Қадірлі ағайын, тағы да кішкентай бүлдіршіндерімізді осы бүгінгі жақсы игі шарамен құттықтаймын. Депутаттық корпус атынан және осы біздің социальный серіктестіктеріміздің атынан елдің болашағы жарқын болады деп кәміл сенеміз, осылай тілек айтамыз. Ну и, конечно, я еще раз пользуюсь случаем, хотел бы выразить благодарность прежде всего моим коллегам-депутатам, которые организовали данный праздник, и нашим социальным партнерам, еще раз, это Банк Центр Кредит в лице Еркебулана Ербулатовича и вот прекрасных девочек, которые помогли нам создать такую хорошую обстановку, и компанию ТО АРП «Спецмонтаж». И как бы в доброй традиции от лица Маслихата мы хотели бы поблагодарить нашими благодарственными письмами. Благодарственное письмо. Выражаем слова благодарности за поддержку юных степногорцев. Это особенно значимо и актуально в нынешнем году, объявленным главой государства годом ребенка. Мы надеемся, что наше сотрудничество в проведении акции «Балалар Ел Болашахы» будет многолетним и послужит во благо молодого поколения. Желаем вам и вашему коллективу крепкого здоровья и процветания. Это Аида Маркешевна, начальник управления, да, областного. Не уходите, не уходите. Данным благодарственным письмом я хочу сказать, вот этот молодой парень, когда-то я видел, как он рос во дворе, он помладше, и сегодня он уже является одним из основоположников такой, такой хорошей акции. Вот мы, степногорцы, такие же обычные люди. Вчера мы сидели так же, поэтому с таким пожеланием, что завтра это будет вот на месте Еркебулана Ербулатовича, это будут вот сегодняшние наши детки. Поэтому вам тоже большое спасибо за поддержку. Я думаю, что это только начало. Данным таким же подобным благодарственным письмом я выражаю компании АРП «Спецмонтаж». Я подчеркиваю, это ребята тоже наши городские ребята, что характерно, сегодня данную акцию поддержал, ну, соответственно, ваш депутатский корпус, вы выбирали, сегодня вы видите, за что вы выбирали, да? Депутаты города всегда держат руку на пульсе, это те же люди, которые проживают, пользуются услугами, видят этот город, вот, и также компания АРБ «Спецмонтаж» — это наши выходцы с нашего города Степногорск. Тоже спасибо вам большое, ТО АРБ «Спецмонтаж».